столице Чувашии активно идут работы по благоустройству. В первую очередь приводят в порядок дороги. Продолжается ямочный ремонт. За март подлатали более 12 тысяч метров дорожного полотна. На этой неделе дорожники начнут ремонт с использованием метода пневмонабрызга. Идет уборка столичных дорог. Уже вывезено около 8 тонн смета. И от грязи и пыли очищают металлические ограждения, остановочные павильоны. По состоянию на 17 апреля выполнена мойка 70 остановочных павильонов из 365. Это по Московскому проспекту, Иванова, Ивана Яковлева. Также механическая мойка колесобойников, ограждений выполнена на Гагаринском, Сугутском, Октябрьском, Калининском, Московском мостах. Также по Марпасадскому шоссе, по улице Константина Иванова. В ближайшее время обновят и дорожную разметку. Работы планируют начать 20 апреля. 2017 год Дорекс было закуплено дорожно-разметочные материалы на сумму 7,9 миллионов рублей, в том числе 40 тонн термопластика белого с улучшенными характеристиками, 14 тонн холодного пластика белого, 5 тонн холодного пластика желтого и 26 тонн эмали акриловой, белой и желтой, а также стеклошарики в количестве 10 тонн.